Тоба, сядь. Че, подъезжать нельзя? Ну, сейчас нет. Заревновала, когда появился младший брат, что... ну, поначалу... Все внимание пришло на меня. Да, все внимание пришло на него. У него сейчас немножко другая версия, на которой, в принципе, не поиграешь, поэтому мне приходится делить с братом свой собственный телефон. Ну, у нас там некоторые игры как развивающие, чтобы он все-таки... У нас там стрелялки, убивалки. Короче, поделали немножко. Она просто прикалывается. Ну, с тобой? Да. Шутишь? Она говорит, принеси воды. Сама бы пошла и налила бы воды. Окей. А чему я тебя недавно учила? Готовить? Что готовить? Макарошки. Макарошки. Вот всегда, когда я готовлю любое блюдо, я обязательно рассказываю Ромке, как его готовить, чтобы, ну, в будущем он его умел готовить. Благодаря моему младшему брату немножко узнаю о психологии детей, как с ними нужно договариваться, как отучить его от истерики. Ну, а так, когда я в школе, я очень радостно бегу домой, чтобы увидеть, как Ромка меня возле двери встречает. Как собака.